Так, вот, ребята, это сейчас я вам буду показывать дом, где жил сам Ленин. Ленин. Я думаю, вы знаете его. Или слышали о нем. Когда-нибудь точно. Так. Так, вот, ребята, одели бахилы. Все как полагается. Проходим в музей. А на второй этаж можно? А вот. А на втором этаже что у нас? Тоже? Так, вот, ребята, мы в старине. Какой год? Диман, ты у нас начитанный, какой год? Начитанный. Когда он жил здесь? В каком году? Это я не помню, но учитывая, что, допустим, он делал революцию 17-го, хотя в это время он в Германии ездил. Здесь вот биты, можно, наверное. Начало века, да, обстановка тех времен. Вот столик какой. Да. Рабочий стол. Если бы, конечно, Ленин жил бы сейчас, здесь был компьютер, ноутбук. Да, Дим? Да. Принтер. Уже бы не так было бы, как бы, интересно смотреть. Но неизвестно, что будет через несколько столетий. Как люди будут смотреть на нас. Вот так же будут приходить какие-нибудь здания. Да, 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 здесь будет, я тебе говорю, компьютер, принтер. И вот раньше, видите, как было раньше. Не знаю, как будут нас, как бы, про нас история. Это библиотека. Это библиотека, астрономия. Смотри сверху, видишь, модель? Солнечная система, да. В лампе зажигался огонек, и вот показывался. По-моему, в школах тоже есть, да, вот? Такая тема. Все печатано. Книжки. А здесь? Ничего себе. Фотографии. Так, идемте дальше. Здесь у нас обеденная зона. Карты. Карты, кстати, такие необычные. Столовая. Ребята, здесь вот как бы комната отдыха. Здесь стенки нет, здесь вот занавесочка. Отопление печное, наверное, было, да, здесь? По-любому. Комната няни. Вот здесь вот няня жила у него. Иконки. Не, интересно, интересно, слушайте-ка. Да. Так, ну поднимаемся на второй этаж. Посмотрите, какие здесь штуки. Видим, чтобы дорожка не сползала. Необычные штучки. Вот мы на втором этаже. Цветочки еще в 40-х годах. Смотрите, как закрывались окошки. Вот печное отопление. Вытяжка. Вот здесь, наверное, кораблики. Может быть, здесь дети играли. Так что, ребята, вот так вот.
а вот это, короче, балкончик. Видим, какие двери были по высоте. Вот раньше люди какие были. Не особо высокие. А у Ленина сколько был рост? Кто знает? Пишите в комментариях. Ну вот карта опять. Вот на этих картах возможно, может быть, такие поставлены точки, где зарыт клад. Может быть. Да, хороший был у него вид из окна, конечно. Нормальный. Отличный. Книжечки. Учебный курс ботаники. Какой год? 1882, по-моему, 80. Вот это, 1856, ничего себе. Это года, года. Вот микроскоп, кстати, микроскоп. Лаборатория своя, ну, грубо говоря. И все, а вот здесь вот выход. Тут мы выходим. Здесь тоже спальня. Ну, это комната так, как бы, не знаю. Комната Владимира. А, ничего себе, это его комната. Это же комната Владимира, и туда спускаемся вниз. Вы вошли там, а здесь выходим. Ну и все, друзья. Вот такая вот, вот такой вот домик. Вот такой вот домик. Там, наверное, тоже. Там тоже как бы веранда вот эта вот. Ну, тоже прикольно, прикольно, кстати. Зеркало здесь сидели. Здесь, может, встречали гостей. Все, спасибо. До свидания. Очень понравилось у вас. Это интересная штука. Что за штука-то интересная такая? Неизвестно. Что-то ищете? Нет, вот это вот что а, такое? Ну какой штука? Они ее да, снимают, что? А эта штука их снимает. А-а-а. Да. Ладно, до свидания. А там что? Там у нас концерт идет, подвальный, цокольный этаж. А концерт у вас там? Да. А, понял. Осторожно, головой. Ага. Ладно, спасибо, до свидания. Ну и вот все, ребята. Вот, в общем-то, вот такой вот домик Ильича. Вообще нормально, конечно. Своя остановочка здесь. Вот сейчас видюх вдоволь. Короче, видео будет, просто очень много будет видео. Вот. Так что вот так вот. Вот такой вот дом. Там еще подвал есть. Тоже интересно было посмотреть.